Все к этому шло, ты же знала. И он абсолютно все знал. Не просто же так ты скучала, когда он давно не писал. Не просто же так он в субботу, когда отдохнуть был бы рад, устав от недельной работы, тебе привозил шоколад. В его день рождения хочешь ты рядом быть больше всего. Не спишь, ждешь 12 ночи, чтоб первый поздравить его. Ты можешь начать отпираться и мысли гнать прочь от себя. А все же пора признаться, что с ним вы непросто друзья.